Вот делаем продолжение на капоте. Дизайн из трех таких деталей. Черная матовая пленка, красная лента. Здесь у меня уже сделано было. Тоже матовая и черная пленка. Сейчас здесь сделаем дизайн. Посмотрим, как будет выглядеть. Одну часть уже сделал, да. Смотрим дальше. Итак, ребят, вот сделал это специальной леской по дизайну. Вот она внутри, как вы видите, это матовая пленка сверху. Сейчас просто, как уже в других видео было, вот здесь берете, отрываете нитку. Если видно, вот она нитка, ее отрываете, это нитка леска, как это называется, да? И просто ведем. Просто ведем по всему, по всей, то есть, пленке. И будет пленка вырезана. А потом просто ленту делаем, и все. Так, вот готов второй, как говорится, прямоугольник, да, скажем. Сейчас делаем третий, и все готово. Будет некрасиво, сниму. Может, поезжу несколько дней. Посмотрим. Итак, вот финальная стадия третьего, как говорится, рисунка этого прямоугольного или какого-то, скажем, да, там, смотрим. Сейчас берем и отрываем вот эту деталь, вот эту леску. И вот, как видите, я ее надорвал. И теперь просто ведем. Конечно, нужно немножко прогреть больше, чтобы она... Полоска вот эта клейкая была с леской этой. Прям аккуратно-аккуратно прогрета. И хорошо прогрета. Вот как-то так, да? Сейчас берем, снимаем. Вот у вас получается вот такой вот рисунок. Все ровненько, без ножей, без всего. Сейчас дальше отрабую и покажу, что получится.